25-я конференция Московского областного отделения партии «Единая Россия» прошла в Одинцове. На мероприятие съехались 250 делегатов из 60 отделений Подмосковья. Однопартийцы подвели итоги работы за истекший период, наметили планы на 2020 год, поздравили с днем рождения партию и обсудили приоритетные задачи. С отчетным докладом перед делегатами съезда выступила секретарь регионального отделения партии Лидия Антонова. Депутат Госдумы отметила, что отчетный период для подмосковных единороссов выдался насыщенным и непростым. Следующая избирательная кампания станет особенно важной, так как сразу после ее завершения начнется подготовка к выборам в Государственную и Мособлдуму. Безусловно, основополагающий показатель любой партии и успешной работы – это результат, показанный на выборах. В течение 2019 года в Московской области проходило 35 избирательных кампаний. Жители муниципалитета выбирали 680 депутатов 35 советов городских округов. Наша партия получила 381 мандат. Это более 56%. Главы территорий, депутаты и другие члены «Единой России» подвели итоги прошедших избирательных кампаний и обозначили цели на следующие выборы. Так, на конференции были названы самые слабые и сильные муниципалитеты. Там, где показаны неудовлетворительные результаты на выборах, проводят особую работу для улучшения ситуации. Руководитель фракции в Мособлдуме Игорь Брынцалов отметил в своем выступлении важность фракционной работы. В текущем году фракция «Единая Россия» проведено уже 26 заседаний Московской областной думы, рассмотрен 591 вопрос, принято 232 закона, губернатором подписано уже 205. Инициатором большинства из них выступал как раз губернатор. На конференцию в Одинцово съехались 250 делегатов со всего региона. В обсуждениях поучаствовали 14 делегатов городского округа Люберцы, избранные на местной партийной конференции. Мы уже на нашей Люберецкой конференции подвели итоги нашей работы, посмотрели наши плюсы, посмотрели наши недочеты, которые были. Но я скажу уверенно, что мы провели этот год достойно. В основном это партийные проекты, которые мы ведем, это 14 проектов. Мы сейчас занимаем за сентябрь, например, первое место в области. Я думаю, мы в тройке лучших будем по итогам этого года. Также на конференции делегаты обсудили приоритетные задачи и приняли ряд организационных решений. Провели довыборы в региональный политсовет. В канун дня рождения «Единой России» трем новоиспеченным единороссам вручили партийные билеты. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.